Здравствуйте, зрители канала Александра Куцкого. Прокатимся по новогоднему городу. Приглашаю. До Нового года осталось 5 минут. Сейчас мы немножко центральной улице проедем, по улице Водки, и подъедем к елочке на площади Ленина. Новый год мы встречаем с хорошим настроением. Хорошей, отличной погодой. На улице сейчас минус 17 примерно. Меня порадовало, что пурги нет. Очень часто в Анадыре вот, снимаю Новый год, и вот на улице пурга. Радует это тем, что стекло чистое, хорошо видно. Снег не летит, не липнет к лобовому стеклу. Дочка, хлопни дверью хорошо, ты не до конца закрыла. Еще раз. О, молодец. Для меня этот год был, конечно, очень плодотворным. Проделано и переделано очень много работы. В этом году мы завершили проект «Уроки Чукотского 2» в ЭДГАФ. К сожалению, не стало с нами руководителя проекта Зеленского Михаила Антоновича. Царствие ему небесное. Постараемся, чтобы проект в ЭДГАФ «Уроки Чукотского» продолжался. Больше людей приобщалось к родному языку. Вот она, елочка. Осталось 3 минуты. Сейчас у нас народа почти не видно. Все сейчас ждут, когда пробьют куранты. И тогда повалят на улицу. Веселиться. Пускать ракеты. Зажигать фейерверки. Так, ну что у нас по радио пурги сейчас? Слышны выстрелы ракет. Осталась 1 минута, меньше минуты до Нового года. Спасибо уходящему 2021.
спасибо за все. Много замечательных событий. Произошло. Через 20 секунд наступит Новый год. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Ура! С Новым годом, земляки! С Новым годом, все, кто смотрит! Ура! Поздравляю! Счастья, радости желаю! Крепкого здоровья! Чтобы все у вас получилось задуманное. Что, поехали? Посмотрим иллюминацию города. Кто у нас где фейерверки пускает? Добро пожаловать в 2022 год. Радио Курга. Мы вместе с Радио Курга поздравляем вас, всех, каждого с этим замечательным праздником. Ну а у нас впереди новогодние танцы. Поехали! Так, Радио Курга нас поздравила. Отлично. Так. Народ пока по домам, мало ракет, мало фейерверков. Дочка, с Новым годом! С Новым годом! Едем мы по улице Энергетиков. Можно. Так, ладно, опоздал. Хотел завернуть во двор. Ну ладно. Едем дальше. Так, у нас, я вижу, на горе верблюжка над городом. Огни. Сейчас туда съездим. Конечно, иллюминацию и фейерверки, и ракетницы не сравнить с тем, что было в моем детстве, когда ракеты были настоящие, те, которые используют на флоте, которые были очень яркие, летели высоко. Фальшвейера горели. И гораздо больше людей выходило на улицы. Гораздо. Было гораздо веселее.
сейчас запускать будут. Женщины, дети, мужчины. Порока.
выезжаем на Отки центральную. Видно, что людей значительно добавилось, повеселее стало. С праздником, друзья! С Новым годом! Ленина 10 справа. И, к сожалению, большому, на нем вообще иллюминации нет. Стоит темный. Это большой минус, я считаю.
перед нами перекресток улиц Утки и Рультетыгина. Спасибо, дочка. Спасибо. Ну, сейчас мы немножко еще чуть-чуть пройдемся. Послесловие. Вот справа у нас мусорка рядом. Народ, который пускал ракеты, после себя не убрался. Посмотрите, что творится. Люди после себя не убрались. Свиньи. Ну, видишь, представляешь, насвинячили. Ракеты попускали, а за собой не прибрались. Мусорка рядом. Да не важно, где мусорка. Вот так вот.